звезда. В китайской метафизике есть такой интересный момент, что одним словом называются разные вещи, а разными словами называется одна и та же вещь. И вот звезда – это как раз то слово, одно из тех слов, которым называются совершенно разные вещи. Например, у нас есть символические звезды в картах четырех столпов судьбы, в бадзи, такие как персиковый цвет, звезда академика. У нас есть летящая звезда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. У нас есть блуждающие звезды, это направление и сектора дарения жизни, небесный доктор, внутреннее я, этих самых пять убийц, этих пять духов, шесть убийц. Вот эти все, которые восходят к теории Баджай. У нас есть горы, как звезды. То есть, по сути, термин «звезда» является синонимом качества чи. То есть, определенный паттерн, определенная форма чи. Это называется звезда. То есть, иными словами, слово «звезда», термином «звезда» называется все что угодно. И мы сейчас рассмотрим два примера этих звезд.